Дара-хранительница. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое дарохранительница? Дарохранительница – это особый сосуд в форме храма или часовни, как правило, из металла, не дающего окиси. Размещается в алтаре, на престоле. Внутри этого сосуда, в особом ящичке, в нижней части, полагаются святые дары. Эти частицы употребляются для причащения на дому тяжелобольных и умирающих людей. Небольшие переносные дарохранительницы называют дароносицами. Дарохранительницу сравнивают с ковчегом Завета, устроенным по Божию повелению в Моисеевой скинии, так как он, наряду с прообразованием других новозаветных святынь и лиц, прообразует в буквальном смысле и этот ковчег, в котором хранятся тайны Нового Завета, тело и кровь Христовы. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!